Пока нет пациентов, можно хоть кофе спокойно выпить, а то я утром не успела, проспала. А я по привычке раньше всех в лабораторию прихожу. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? У меня 33-я неделя беременности. Все было хорошо, но вот уже несколько дней стала отекать, одышка появилась, и ходить тяжело. Мы слышали, у вас очень хорошая клиника. Вы можете направить мою жену к доктору на консультацию? Да, конечно. У нас сейчас на месте Широков Роман Алексеевич. Он вас примет. Люда, проведешь? Настя! А я тебя сразу не узнала. Я Люда. Помнишь меня? Мы вместе сидели за одной партой до 5 класса. Люда, конечно, помню. Надо же, ты здесь работаешь? Да, как раз под руководством доктора Широкова. Я вас отведу. Спасибо. Ты молодец, что все-таки решила завести ребенка. Врачи разрешили? Люда, слушай, ты, наверное, занята. Давай позже с тобой встретимся и поговорим, ладно? Ну, хорошо. Кабинет Романа Алексеевича тут. Настя, а о каких врачах говорила твоя одноклассница? Понятия не имею. А, она, наверное, перепутала меня с другой девочкой, которая вечно болела в школе. Люда всегда была невнимательной. Лена, я не пойму, почему ты так резко изменила свое отношение к проекту доктора Широкова? По-моему, он имеет очень хорошие перспективы. К сожалению, Юрий Петрович так и не предоставил совету подробный отчет о потраченных средствах. Ну, ты, конечно, лучше меня знаешь положение дел в клинике, но, может быть, стоит дать им еще время? Время мы им дадим, а вот денег нет. Ты же сам говорил, что инвесторы недовольны снижением прибыли. Нужно их успокоить, дать зеленый свет тому, что приносит нам стабильный доход, это отделению репродуктологии. А если Широков докажет состоятельность своего проекта, мы возобновим финансирование. Что? Опять плохо? Опять тошнит? Да. Наверное, съела что-то не то. Не нравится мне это. Может, стоит сделать УЗИ, раз уж мы в клинике? Нет, уже легче. Не волнуйся. Мне главное выдержать наблюдательный совет сегодня. Добрый день. Здравствуйте. Мы с супругой записаны на прием к доктору Сидельникову. Моя фамилия Ларин. Евгений Борисович у себя в кабинете в отделении репродуктологии. Проведи, пожалуйста. Идем, дорогая. Доктор нас ждет. Какой галантный мужчина. Саша, снова болит? Может, сделать укол? Не надо, любимая, рано еще. Ты не волнуйся, я потерплю. Идем к доктору. Не люблю опаздывать. Ну что, судя по первичному осмотру, состояние плода в норме, но есть проблемы, не связанные с течением беременности. Поэтому я вам предлагаю лечь на стационарное обследование. Ну, если с моей беременностью все нормально, зачем мне к вам ложиться? Потому что у вас выраженная отечность ног, бледность, синюшность губ. Все это говорит о том, что у вас сердечная недостаточность. Сердце не справляется со своими функциями. От этого страдаете не только вы. Ну и ваш малыш. Так, может, вы пропишете мне какие-то лекарства, и я буду дома их принимать? Прежде чем назначить лечение, нужно поставить правильный диагноз. А для этого недостаточно просто осмотра. Поэтому я предлагаю вам лечь в клинику и обследоваться. Повторяю, речь идет не только о вашем здоровье, но и о жизни ребенка. Настя, ты должна лечь в больницу. Ты же не хочешь потерять ребенка. Или... чтобы с тобой случилось то же, что и с моей мамой. Да при чем здесь твоя мама? Я же не ее дочь, чтобы бояться наследственных болезней. Ладно, доктор, я остаюсь. Это правильное решение. Я сейчас вызову медсестру, и она определит вас в палату. Ну, судя по записям в медкарте, у вас бесплодие неясного генеза, поэтому вы пошли на экстракорпоральное оплодотворение. Все верно. Я уже прошла в другой клинике курс стимуляции.
Понятно. Осталось только пунктировать фолликулы, собрать яйцеклетки. И вы хотите это сделать в нашей клинике? Именно так, доктор. И мы готовы вам хорошо заплатить. А позвольте узнать, почему вы не хотите завершить процедуру оплодотворения в той клинике, где проходили обследование и стимуляцию? У нас с мужем возник конфликт с персоналом. Я не хочу вдаваться в подробности, но мы решили поменять доктора. Все наши анализы есть в медкарте. Давайте мы подпишем нужные документы, вы назначите дату и отпустите нас. Вы же понимаете, насколько это ответственная и серьезная процедура? Как я могу вам гарантировать успех ЭКО, основываясь только на записях другого врача? Я бы тогда настаивал, чтобы вы прошли повторное обследование в нашей клинике. Моя жена – медик. Она не хуже вас разбирается в том, что ей предстоит. И потом мы с ней сами в первую очередь заинтересованы, чтобы все получилось с первого раза. Ну хорошо. Если УЗИ подтвердит, что фолликулы созрели, я возьму пункцию и проведу оплодотворение. Елена Витальевна, в науке не бывает быстрых успехов. Как только наши цитогенетики завершат этап клинических испытаний, мы сразу же ознакомим вас с результатами. Все мы это уже слышали. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Опять одни обещания. Юрий Петрович, а сколько конкретно вам нужно времени, чтобы довести вашу работу до ума? Думаю, что месяца двух нам хватит. По сравнению с прошлым годом, падение рентабельности клиники составило 30%. А все потому, что конкуренты переманивают у нас клиентов, предлагая им более современные технологии в сфере репродуктологии. Я предлагаю закрыть финансирование проекта Климова и Широкова и перенаправить эти средства отделу, который возглавляет доктор Сидельников. Елена Витальевна, вам нехорошо? Может быть, сделаем перерыв? Нет, нет, все в порядке. Тяжело дышать немного. Голова закружилась. Это от переизбытка эмоций. Я предлагаю проголосовать. Зашла тебя проведать. Как ты устроилась? Все хорошо, спасибо. У вас замечательная клиника. Только я ничего не взяла с собой, но Леша скоро подвезет мои вещи. Хороший у тебя муж. Сразу видно, заботливый. Да, мы очень любим друг друга. Как же вы все-таки решились на ребенка с твоим больным сердцем? Люда, слушай, у меня с сердцем все в порядке. Да ну? Я же помню, как тебя скорая с урока вывозила. И на физкультуру ты никогда не ходила. Все знали, что у тебя порок сердца. Это было давно. Мне сделали операцию. Теперь я полностью здорова. Ты уверена? По твоему виду этого не скажешь. Люда, я тебя рада видеть, но я устала и хочу спать. Ты извини. Ладно. Хорошо. Отдыхай. Катя, давай я сама отнесу в лабораторию, хорошо? Хорошо. Юрий Петрович, мне очень жаль, но вы же сами видели, решение было объективным. Елена Витальевна, нам закрыли финансирование благодаря одному решающему голосу. И этот голос ваш. А ваши слова сожаления звучат как лицемерие. И я уверен, что вы стали на сторону Чернова, который спит и видит, как бы занять место руководителя клиники. Увольте Чернова хоть сейчас, и я вам слова не скажу. Юрий Петрович, вы ошибаетесь. Я действую только в интересах клиники. Извините, Юрий Петрович, мне нужно идти. Панфилова, ты где ходишь полдня? Почему не в лаборатории? Можно подумать, у нас здесь работа кипит. Ты вообще-то зарплату получаешь и должна находиться на рабочем месте.
В отличие от некоторых, я занимаюсь делом. Сейчас буду делать анализ крови пациентки. Решила лаборанткой подработать. Почему бы и нет? Тем более, что это пациентка Романа Алексеевича. Люда, а что это за пациентка? Это моя одноклассница. Ей скоро рожать, и мне кажется, что у нее проблемы с сердцем. Хотя она это отрицает, не пойму почему. Угу. Я боюсь, что она угробит и себя, и ребенка. А ты сказала об этом Роману Алексеевичу? Нет. А вдруг я ошибаюсь? Я хочу сначала сама все проверить. Давай я тебе помогу. Вы сейчас подойдите к администратору и запишитесь на процедуру в любое удобное для вас время. Спасибо, доктор. Для нас завтра удобно любое время. Еще вам нужно будет сдать семенную жидкость для оплодотворения, поэтому, пожалуйста, сегодня никакой жирной пищи, никакого алкоголя. Не беспокойтесь, я не пью. И с недавних пор сижу на строгой диете. До свидания. До свидания. Женя, Женя, танцуй. Сорока на хвосте принесла полчаса назад. Совет инвесторов прикрыл проект Широкова. Теперь все деньги пойдут на твое отделение. Ух ты. А? Ух, да, новость действительно отличная. Да? Мы теперь банкуем, а Широков кусает локти. Только я смотрю, ты что-то совсем не удивлен. Ты что, уже знал решение совета? Откуда мне знать? У меня же нет друзей среди инвесторов. А что ж ты не прыгаешь до потолка от радости, а? Да так, работы много. И пациенты сейчас были какие-то странные. Вот явно чувствую, что-то они от меня скрывают. Ну, Олег, спасибо. Извини, надо работать идти. Боюсь, как бы этот доктор обо всем не догадался. Он так подозрительно на нас смотрел. Ничего противозаконного не делаем. Да, но среди врачей существует определенный кодекс. И он может отменить процедуру, если узнает, почему нам отказали в предыдущей клинике. Тогда мы найдем другого доктора. Поедем в другой город. Сашенька, потерпи. Сейчас я тебе помогу. Уже нет времени искать другого специалиста. Да, ты права. Этот доктор наш последний шанс. Юрий Петрович, а инвесторы объяснили, по какой причине они закрывают наш проект? Конечно. Мы так и не предоставили отчет о проделанной работе и о потраченных средствах. На днях Елена Витальевна хотела обсудить со мной отчет, но... Потом сказала, что это может подождать. Может быть, дело все-таки в другом? Может быть, дело в той операции, которую вы скрываете даже от меня? В клинике каждый день проводятся по несколько операций. И никто из инвесторов в эту работу не лезет. Ладно, иди. Подчиненным пока ничего не говори. Работайте в штатном режиме. Исследование прекращать нельзя. Юрий Петрович, я понимаю, что вы, как мой начальник, можете от меня что-то скрывать. Но это не значит, что я должен водить за нос своих подчиненных. Рома, ну пожалей меня, ну хоть ты не мотай мне нервы. В самое ближайшее время я все тебе расскажу. И об операции, и о пациентке, которая она проводилась. Но сейчас ведь не до этого. Надо спасать проект. Хорошо. Но только долго я не смогу делать вид, что якобы ничего не происходит. Елена Витальевна, здравствуйте. Я очень рад вас видеть, а вы как будто бы нет. В последнее время даже мои звонки игнорируете. Я переживаю. Олег, работы много накопилось за последнее время. Я отгородилась от всего мира. Елена Витальевна, вы не представляете, как мы с Евгением Борисовичем благодарны за то, что вы поддержали отделение репродуктологии.
Я надеюсь на хорошие результаты вашей работы. В этом можете даже не сомневаться, но мне хотелось бы отблагодарить вас лично. Может быть, встретимся, отметим нашу победу в каком-нибудь уютном ресторанчике. Олег, мне кажется, я ясно тебе дала понять, что между нами остались только рабочие отношения. Да, Елена Витальевна, в ближайшее время список дополнительного оборудования, прости, я предоставлю. Но только не сегодня. Сейчас у Елены Витальевны другие планы. Идем, Лена. Я обо всем договорился. Арсений Петрович сейчас свободен и ждет тебя на УЗИ. Но я уже себя хорошо чувствую. Да брось, ты во время совета еле держалась. Тебе нужно обследоваться. И не только ради себя, но и ради нашего будущего малыша. Я тронута твоей заботой. Идем, идем к Арсению Петровичу. Что же это за конфликт такой, что пациентка даже название клиники замазала? Тайны рано или поздно становятся явным. Клиника «Дитя Надежды». Здравствуйте, Леонид. Женя Сидельникова беспокоит. Как дела, конкурент? Процветаешь? Ну, рад за тебя, рад. Хочу спросить, ты не забыл, что у нас скоро встреча выпускников нашего курса? Ну, отлично, значит, скоро увидимся, да? Кстати, Лень, тут такое дело, к нам в клинику обратились супруги Ларины, ну, с просьбой провести им ЭКО, а оказывается, что стимуляцию яичников проводили в вашей клинике. Ага, ты даже делал. А почему прервал протокол? Понятно. Да-да. Роман Алексеевич, можно? Да, проходи. Я хотела с вами поговорить о пациентке Насте Сушко. Да, я как раз изучаю ее карту. Мы с Иваном провели анализ ее крови. Угу. Вот, гемоглобин низкий. А это моя знакомая, я за нее очень беспокоюсь. Мне кажется, что у твоей знакомой выражена сердечная недостаточность. У нее еще в школе был порок сердца. Она говорила, что сделала операцию. Порок сердца? Странно, в медицинской карте об этом нет ни слова. И когда я ее осматривал, не обнаружил никаких шрамов в области грудной клетки. Знаешь что, мне кажется, нам нужно серьезно поговорить с твоей знакомой. Сейчас мы все проверим. И печень, и поджелудочную, и желудок, и органы малого таза. А это еще зачем? Ну, раз вы попали ко мне в кабинет, я вас так просто не отпущу. Ну, если серьезно, то ваш муж описал мне симптомы. Я думаю, вам необходимо комплексное обследование. Лена. Доктор абсолютно прав. А, хорошо. Но ты, я надеюсь, не будешь наблюдать за всем этим, Тимур? Мне будет как-то не по себе. Ну, хорошо, я подожду тебя в машине. Всего доброго, Арсений Петрович. До свидания. Лена Витальевна, вам нужно прилечь и оголить живот. Не нужно. Арсений Петрович, вы простите нас за этот цирк. Я не буду проходить УЗИ. Я полностью здорова. А пройти обследование – это прихоть моего мужа. Ему очень хочется почувствовать себя хозяином клиники. Мне показалось, он переживает за вас. Ну, воля ваша. Я же не могу вас заставить обследоваться насильно. Но ваш супруг наверняка захочет увидеть медицинское заключение. Ну, так сделайте это. Напишите заключение, чтобы он не нервничал. А сколько проходит по времени процедура? Минут 20, не меньше. Хорошо. Я подожду здесь. У вас найдется что-нибудь полистать, чтобы убить время? А, вот, я вам скажу, занимательные книженцы.
атлас ультразвуковой диагностики неотложных состояний. Знаете, чем удивить женщину? Может, ее разбудить? Твоей подруге главное сейчас покой. Если мы ее разбудим и устроим ей допрос, мы вряд ли поможем работе ее сердца. Когда она проснется, я с ней переговорю и осмотрю ее. Хорошо. Алло, Леша, привет. Нет, со мной все в порядке. Я хорошо себя чувствую. Я хочу, чтобы ты забрал меня отсюда. Срочно. Нет, это не капризы. Если ты любишь меня, сделай, как я прошу. Вот, пожалуйста, ваше заключение. Правда, оно, скорее всего, для мужа, но у меня будет огромная просьба. Когда он ознакомится, пожалуйста, порвите мои каракули и выбросьте. И можно совет? Да. Пройдите обследование. Может быть, в другой клинике, где вас никто не знает. Арсений Петрович, спасибо вам за понимание. Если бы я знал, что у меня будет такая гостья, я бы взял бы нарды. Не стоит беспокоиться. Я провела отличное время, изучая симптомы острой кишечной непроходимости. Всего доброго. Всего вам доброго. Ирина Николаевна, я не знал, что вы еще здесь. А меня задержали кое-какие дела. Ну, может быть, теперь, когда нам никто не мешает, мы поговорим за бокалом хорошего вина. Олег Иванович, мы уже все обсудили. Я думал, это уловка для вашего мужа. Нет, Олег, теперь между нами исключительно рабочие отношения. Ирина Витальевна, может, мне объясните, что происходит? Что я сделал не так? Или вы нашли мне замену? А, может быть, этот Сидельников? Поэтому вы так внезапно решили поддержать его на саите. Надеюсь, теперь я доходчиво объяснила. Ничего себе ситуация. И что ты решил? Я не буду делать оплодотворение этой пациентки. Ну почему формально не имеют на это права? Мы можем их понять. Таня, они приняли решение под действием эмоций. А спустя некоторое время она придет в нашу клинику и тебя же попросит сделать ей аборт или откажется от ребенка. Жень, прекрати, она взрослая женщина. Я уверена, что она все 1000 раз взвесила и обдумала. Вот мой коллега из клиники «Дитя Надежды» считает, что под влиянием чувств пациентка просто потеряла рассудок. Ладно, пойдем домой. Утром все решишь. Пойдем. Настюш, что случилось? Почему ты так срочно решила поехать домой? Мне стало лучше. Здесь мне больше нечего делать. Ну да. Лицо порозовело. Хорошо. Поехали домой. Люб, да ты не волнуйся. Я недавно заходил к твоей подруге. Она все еще спит. Ну это хорошо. Пусть отдохнет. Мы немножко подняли давление. Я так рада, что она попала именно к вам. Но все равно мне немного неспокойно за нее. Вы не против, если я схожу, посмотрю? Ну, конечно. А я домой побегу, меня там Лешка с ужином дождался. Хорошо. До свидания. Счастливо. Настя, с тобой точно все в порядке? Все хорошо. Мне просто на свежий воздух нужно. Настя, а ты куда собралась? Тебе же нужно лежать под капельницей. Люда, что ты меня преследуешь весь день? Я твоей помощи не просила. Оставь меня в покое. Мне не нравится эта клиника, и я не хочу здесь оставаться. Так, я ничего не понимаю. Ты же сказала, твоя одноклассница посоветовала тебе покинуть клинику. Настя, ты что, меня обманула?
Леш, давай дома об этом поговорим, хорошо? Мне нужно на свежий воздух. Я тебя никуда не пущу. Возвращайся в палату. Ты не имеешь права меня здесь удерживать. Вы знали, что у вашей жены порок сердца? Нет. Настя, это правда? Это бред. Фантазии выскочки, которая возомнила себя крутым доктором. Леша, ты идешь со мной? Нет? Настя! Настя! Что с тобой? Пульс очень слабый. Аритмия. Нужно срочно в реанимацию. Сердце может остановиться в любой момент. Сердце работает. И Насте уже немного лучше. Но все равно еще и нужно побыть в реанимации. Спасибо вам большое. Вы спасли ей жизнь. Не пойму, почему она скрывала от вас свою болезнь? Кажется, я знаю. У моей мамы остановилось сердце, когда она меня рожала. Наверное, Настя боялась, что если я узнаю, что у нее больное сердце, то не разрешу ей рожать ребенка. Вы идите домой. Отдохните. А я побуду с Настей, понаблюдаю ее до утра. Все будет хорошо. Спасибо вам большое. И вы не обращайте внимания на Настины слова. Вы настоящий доктор. И очень хороший. Ваш муж? Он не смог приехать. Занят на работе. Когда мы можем приступить к процедуре? Я вчера говорил по телефону с врачом из вашей предыдущей клиники. Он мне сообщил, что ваш муж неизлечимо болен. Это правда? Какое это имеет значение? Поймите, я очень сочувствую вашей жизненной ситуации, но все-таки я разделяю сомнения вашего предыдущего доктора. Вы уверены, что принимаете обдуманное решение? Я познакомилась с Сашей, когда он пришел ко мне на прием. И сразу влюбилась. Но не подумайте, что я такая легкомысленная. Скорее, даже наоборот. Я уже думала, что никогда не встречу человека своей мечты. Пока не увидела Сашу. Меня покорили его благородство, открытость, уважение к женщине. Несколько недель мы с ним были самыми счастливыми людьми на свете. И вы ничего не знали о диагнозе? Надеялась на лучшее. А потом пришли результаты биопсии. Аленушка, что случилось? Неужели тебя так расстроило мое предложение руки и сердца? Саша, не обращай внимания, я просто растерялась. Я тебя так люблю. Ты даже не представляешь, как сильно. Я тебя тоже очень люблю. Я никого никогда так не любил. Всю жизнь посвятил службе. И уже даже не мечтал, что встречу свою половину. И я хочу, чтобы мы были вместе до самой смерти. Так и будет, любимый. Я ему сказала правду о диагнозе только после того, как мы расписались. Новость о том, что он скоро умрет, Саша принял очень стойко. Как же вы решились на ребенка? Это я его уговорила. Я все равно рожу от Саши. Если понадобится, пройду оплодотворение в другом городе или даже стране. Идемте готовиться к процедуре. Сердце работает на пределе. Любая физическая и эмоциональная нагрузка может вызвать новый приступ, который вы уже не переживете. Я боюсь, что вы не в состоянии доносить вашего ребенка. Придется делать кесарево сечение.
Доктор, но ведь моему малышу только 33 недели. Может, я смогу продержаться до положенного срока? Если вы действительно беспокоитесь о своем ребенке, вы должны согласиться на операцию. Неонатологи выходят вашего малыша, потому что потом ему понадобится живая и здоровая мама. Хорошо. Я согласна. Скажите, а где Люда? Люда просидела с вами всю ночь. Повезло вам с одноклассницей. А мне с сотрудницей. Не ожидала, что ты знаешь этот клуб. Я же говорю, ты меня недооцениваешь. Панфилова, ты совсем обнаглела? Вчера полдня шаталась неизвестно где, а сегодня тихий час на рабочем месте устроила? Прости, я немного задремала. Если тебе нечем заняться в лаборатории, иди домой и там спи, сколько влезет. А сюда можешь вообще не приходить. Эта работа не для тебя. Витя, а что ты подразумеваешь под этой работой? Ты вот кто по специальности? Тот же, кто и ты. Эмбриолог, цитогенетик. То есть типа врач, да? А ты за свою жизнь хоть одного человека спас? У меня слишком узкая специализация, чтобы так ставить вопрос. А вот Люда вопросы не ставит. Пока ты тусил по ночным клубам, она спасала жизнь пациентки, а потом дежурила возле нее всю ночь. Так что прекращай орать и дай отдохну человеку, которого можно по праву называть врачом. Понял? Ладно, ладно. Успокойся. Я же не знал. Я уверена, что у вас все получилось. Потому что этого очень хочет Саша. Даже не знаю, что вам пожелать. Пожалуй, терпение. Вы очень мужественная женщина. Спасибо. Это твоя пациентка, у которой умирает муж? Угу. Я знала, что ты сможешь помочь. Можно я тебя поцелую? Таня, извини, очень важный звонок. Давай поцелуй. Перенесем, но потом, хорошо? Договорились. Да, мы вчера с вашим мужем все обсудили, так что не волнуйтесь, Елена Витальевна, никто ни о чем не узнает. Русика, прости меня, что я тебя обманываю. Ты ведь так мечтала о ребенке. Я думала, что ты меня бросишь, если узнаешь, что у меня больное сердце, и врачи запретили мне рожать. Глупенькая, я бы тебя никогда не бросил. Слышишь? Но мы бы сначала тебя вылечили, а уже потом завели ребенка. Ну ведь теперь все обойдется, правда? Мне сейчас сделают кесарь, и уже через несколько дней я с малышом уже буду дома. Помогите кто-нибудь! Ну-ка, отойдите, отойдите. Похоже, на фоне сердечной недостаточности отек легких. Брадикардия. Состояние критическое. На аппаратное дыхание переводим. Оперируем. Быстро! У ребенка асфиксия. Санируйте верхние дыхательные пути. И дайте подышать кислородом. Как у вас? Давление держим, только сатурация не поднимается выше 90, даже на чистом кислороде. Роман Алексеевич, ребенок не дышит. Здесь глубокая недоношенность, легкие незрелые. Подключайте к аппарату. Операция еще не закончилась? Еще нет. У Насти был новый приступ, очень сильный. Если она не выживет, я этого не переживу. Я понимаю ваше состояние, но поверьте, Настя и ваш малыш в руках лучшего доктора, которого я только знаю. А если и он не справится? Нужно верить. Пациентка получает кислород через эндотрахеальную трубку, но самостоятельного дыхания нет. Сердце слишком слабое. Отек легких нарастает, давление падает. Дайте ребенка. Иди сюда, моя хорошая. Это моя радость. Настя, Настя, смотри. Смотри, это твоя девочка. Ей без тебя очень плохо, ты ей нужна. Ты слышишь меня? Дыши!
Дыши, ты слышишь? Дыши! Вот. Это чудо какое-то. Она дышит. Доктор, как Настя? Угроза для ее жизни все еще остается, но после родоразрешения нагрузки на ее сердце уже не будут такими критичными. Нужно верить в благоприятный исход. А как наш ребенок? Он жив? Она. Я поздравляю вас, девочка. Я же говорила, Роман Алексеевич самый лучший. Люда, что бы я делал без такой замечательной помощницы, как вы? Значит, все получилось, как мы хотели. Да, доктор все сделал. И теперь во мне растет наш малыш. Да, сегодня только прошла процедура. Может, ничего с первого раза не вышло. Саш, я знаю, что беременна. Я это сердцем чувствую. Но только пока не могу понять, кто у нас с тобой будет. Мальчик или девочка. Но это не важно. Я даже имя нашему малышу уже придумала. И как же мы его назовем? Сашей. У тебя такое чудесное имя, что подходит и для мальчика, и для девочки. А если родится девочка, она обязательно будет такой же красавицей, как ее мама. А если родится мальчик, он будет таким же сильным, мужественным и умным, как ты. А если родится девочка, она пойдет по моим стопам и будет лечить людей. А еще я хочу, чтобы она знала много языков и стала чемпионкой по гимнастике. А если родится сыночек, он тоже будет изучать языки и заниматься спортом. Только я не знаю, каким. Представляешь, я даже не знаю, какой спорт ты любишь. Скажи, а каким спортсменом ты хотел бы видеть нашего сына? Саша. 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 Какая хорошенькая. Спасибо. Люда, слушай, ты прости меня, что я тогда на тебя накричала. Я совершенно запуталась из-за своего вранья, боялась, что Леша узнает. Я на тебя не обижаюсь, только вот не могу понять, как ты могла так рисковать своим здоровьем и жизнью малышки. У меня давно не было приступов. Я решила, что все обойдется. А как же твоя история болезни? Ведь в поликлинике, где ты стояла на учете у гинеколога, должны были увидеть твой диагноз. Мы когда с Лешей поженились, я же поменяла фамилию и место жительства, а в новой поликлинике просто завела новую карту, поэтому никто ничего и не знал. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. А я вот любуюсь вашей доченькой. Да, она у нас красавица. Опа. Настюш. Собирайся, внизу тебя и Людочку уже ждет машина. Ой, постойте, я же не могу никуда поехать, я на работе. Ты можешь спокойно работать, это мы дочку так назвали. В честь моего ангела-хранителя. И я хочу тебя попросить, чтобы ты стала крестной нашей девочки. Ты же мне не откажешь. Как я могу отказать? Конечно. Я поздравляю вас. Анализы подтвердили, что вы беременны. Через 2 недели жду вас для проведения первого УЗИ. Евгений Борисович, спасибо вам большое. От меня и от Саши. Да, простите, а как ваш муж? Все хорошо. Я уверена, что для него сегодня самый счастливый день. До свидания.
Да-да. Валентина Ивановна, я надеюсь, вы не на обследование? Арсений Петрович, я вам пакет принесла. Вы курьер оставил администратору, а я как раз шла в вашу сторону. Она попросила вам принести. Наверное, это от благодарного пациента. Какая упаковка красивая. А может быть, это подарок от вашей поклонницы? Валентина Ивановна, у меня поклонниц еще меньше, чем волос на голове. Но я понять не имею, что это такое. Ну так посмотрите. Значит, все-таки от поклонницы. Откуда-то же она узнала, что это ваша любимая игра? Валентина Ивановна, это от благодарной пациентки, а не поклонницы. Сыграем в нарды, а? Я не умею. Да и некогда мне. Мне работать нужно. Может быть, когда-нибудь в следующий раз. Совет принял решение о возобновлении дополнительного финансирования моего отдела. А, то есть это значит, что эти деньги не дойдут до кого-то другого, да? Да, эти деньги не получит Широков. Его проект закрывают. Тебя это настолько огорчает, что ты даже не можешь порадоваться за своего мужа? Я просто не люблю все эти грязные игры. Мне кажется, что эта ситуация как-то связана с Шишкиной. Она приходила ко мне на обследование, я знаю, что она беременна. Только потом почему-то перестала появляться и стала звонить тебе. А еще ходят слухи, что ее муж сдавал сперму в нашей клинике. Таня, я не пойму, ты меня в чем-то обвиняешь? Я не знаю. Мне просто непонятно. Особенно непонятно, почему совет вдруг решил перенаправить финансирование в твой отдел. Или, может быть, это такая благодарность Шишкиной за имитацию ее искусственного оплодотворения, чтобы скрыть ее настоящую беременность от мужа. Я права? Елена Витальевна Шишкина, моя пациентка, я не буду с тобой обсуждать ее секрет. Это неэтично. Знаешь, мне почему-то показалось на какой-то момент, что ты стал прежним, чутким, отзывчивым, готовым помогать людям. Мне показалось. Да-да. Привет. Привет. Выглядишь уставшим. Хочешь, сделай массаж? Да, очень. Это как раз то, чего мне не хватает. Вот увидишь сейчас усталость, как рукой снимет. Я слышала, наш проект закрывают. Это правда? Ну да, к сожалению. И что это значит? Нас уволят? Ну, в любом случае, в клинике вам найдется работа. Вы же чему-то научились за все это время. Да и к тому же, не каждый может делать такой прекрасный массаж воротниковой зоны, как ты. Так что, Вера, в любом случае, ты без работы не останешься. Что случилось? Вот значит, что... Что я для тебя значу? Я для тебя просто талантливая массажистка. Вер, ну глупая шутка. Ну, извини, Вер. Вера, ну постой.